Хочу сказать, что мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Мой день рождения еще не начался, до субботы еще полно времени, а у меня уже второй день подарков. Это так приятно, так приятно. Очень хочется. Очень хочется. Не до звезд, чтобы. Ой, от Кристины. От Оли. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы. Ой, боже, как приятно. Слушайте, это вообще, это что-то, это что-то. Представляете, можно на день рождения никого особо и не ждать. Они лично не приедут. Они подарки передали, девчонки. Спасибо вам огромное. Вон, граница, видите, граница одобряет. Пакетик убираем. И начинаем, все рассматривать. Поехали. Это очень тяжелая коробка. И как минимум здесь должны быть ножи. Но это шоколад. Это что такое? Огромнейший? Такой бывает огромный шоколад. Килограмм. Килограмм полтора, что ли. И мне даже не верится, что там может быть шоколад. Давайте посмотрим. Какая шикарная коробка, слушайте. Огроменная. О, ничего себе. Это надо открывать сразу же, как у меня косметичка. Ой, 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 так ушла. Смайли. Богдан, иди сюда быстрее. Это надо видеть. Богдан, смайли ушла. Это... Иди сюда, Богдан. Это ты обалдеешь. Иди быстрее сюда, Богдан. Открывай это аккуратненько. Вот, аккуратненько. Так, это моя рука. Я даже не знаю, Богдан, какую я тебе кофейку могу выделить. Я хочу тебе кофейку. Нет, 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 нет. Марина, сладкая жизнь. Боже, как пахнет. Это представляете, это же называется ручной. Это ручной шоколад. О, блин, обалдеть. Как вкусно. Как вкусно пахнет. Я буду просто нюхать. Мне достаточно понюхать. Нет, серьезно. Это вообще, это такая... Ой, это вообще, это нет, это, у меня собаки, вы не поверите, у меня вот одна сидит, и вторая, и обе облизываются. Они у меня вообще сладко не едят, но такой запах, что... Вот это тоже же облизываться начал? Класс, спасибо. Какая прелесть. Это же... Ну все, я растаяла. Ну вы понимаете, да, что я тут остолбенела. Уже всем скинула фотографии, уже и родителям, и сестре в Норвегию. Блин, я же не смогу их есть. Ну как я могу их есть? Это же теперь все, это теперь только открывать. Ну, конечно, всем фотки сделать, отправить, открывать, смотреть. Сокровище такое. Ну как я могу? Не, я не могу такое съесть. Ну еще, не, блин, такая хорошая, классная такая вот эта коробочка. Есть коробочки, все обожаю. У меня косметики тоже есть такие же большие. Они у меня все-все-все хранятся. Боже, боже. Так, что-то тут еще. Зачем? Вот зачем так тратиться? Вот Кристина, ну... Смайли. Смайли у нас таможня. Она проходит все в первую очередь так. Сейчас я сразу достану еще что-то, потому что... Блин, я все время всматривалась. Говорила, какая прелесть, где купить. А Кристина просто взяла и мне подарила. Ой, мне подарила. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Ой, собаки сразу разбежали. Это вообще, это мечта. Так, сейчас открою аккуратненько. Это вообще мечта моя. Нет, ну реально моя мечта. Это просто моя мечта, понимаете? Это мечта. Это такие классные, которые прям сбоку крепятся в контейнер. Такие на липучечке, которые... А липучечки у меня с Кристиной уже есть. И туда заходят эксики, и они там плавают. Боже, боже. И у меня теперь такие целых две. Ну, смотри, в разные контейнеры, естественно. Один, другой смайли. Одобряешь? Спасибо, дорогая. Смотри, ой, какая. Я так люблю такие все вещи. Это вообще, это прям любовь. А здесь я уже догадываюсь, что я сейчас скажу предисловие. Кристина задавала вопрос подписчикам. И я единственный человек, который сказал, что я не понимаю, не разбираюсь в украшениях на руку. Потом мы с Кристиной поговорили, потом мне помогла Кристина, вылечила мне голову. И, короче, магия в Кристине есть, и поэтому я уже знаю, что меня ждет красота, которая будет у меня красоваться на руке. Теперь, когда я буду фоткать, у меня всегда эта красота будет присутствовать. Сейчас я буду открывать, потом я буду ритуал проводить. Мне Кристина научила, как сделать ритуал, чтобы этот магический предмет принес мне то, что я еще от него буду желать. Это натуральные камни. Которые будут обо мне заботиться. Я сегодня решила, что я не буду плакать. Я не буду слезы лить. Я вчера расстроила своим поведением людей. И сейчас подарок от Оли. Так, слушайте, какой-то это интересный сверток. Какой-то очень интересный сверток. И не один, еще сверток. Улитка. Улитка, Богдан, улитка. Богдан, улитка. Какой красивый. Сейчас внимательно смотрите. Открытка. Все. Открытка. Открытку. О, сейчас будем все читать. Вот я буду сама читать, открытку буду читать сама. Сначала смерточка, интересно же посмотреть, да? Какая прелесть, боже, какая прелесть, какая красивая. Ну все, теперь всем сразу будет понятно, окружающим, что я улитковод, понимаете? Раньше никак было этого не понять. За тыкву даже приехала, рассказывала, да я для улиток. А теперь смотрите, я сразу захожу со значком соответствующим, и всем понятно, она улитковод. Спасибо, какая прелесть. Так, что же это такое? Так, лопата. Так, это надо двумя руками открывать, поэтому сейчас скоро вернусь. Та-та-там-та-там. Улитка! Опять улитка! Какая красивая! Какая ваза хрустальная! Прям какая прелесть такая! С ложкой! Сейчас сделаю фото на память сразу из всей коллекции. Из всего-всего вот этого вот всего. Ай, спасибо!